Перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений обсудили президент Александр Лукашенко и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. Разговор о двустороннем сотрудничестве вышел далеко за рамки военно-технической сферы. Азербайджан – важный торговый партнер Беларуси в Закавказье. Позиции стран во многом совпадают. За прошедшие 10 лет общий товарооборот вырос с 30 миллионов долларов до 300. В экономику Беларуси привлечено инвестиций почти на 7,5 миллионов долларов. В Беларуси глава Минобороны Азербайджана посетит предприятие военно-промышленного комплекса, будут обсуждаться перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности. Инвестиционный потенциал Беларуси представлен на крупнейшем финансовом симпозиуме в Австрии. Форум – знаковое событие в экономической жизни центральноевропейского государства, которое собирает в Альпах более полутысячи руководителей и финансовых директоров крупнейших австрийских компаний и международных финансовых институтов. Беларусь представлена на этом форуме впервые. Австрия в пятерке крупнейших инвесторов в нашу экономику. На симпозиуме презентовали возможности индустриального парка «Великий камень» и парка высоких технологий. Молодежь и студентов активно задействуют в подготовке проведения Европейских игр 2019 в Минске. Преимущественно это будут юноши и девушки, изучающие туризм и иностранные языки. Это не только улучшит качество гостеприимства на евроиграх, но и повысит уровень подготовки самих студентов. Реализовать инициативу планируется в марте следующего года после утверждения в Министерствах образования, труда и соцзащиты.